Господа ученые. Андрей Николаевич, добрый день. Добрый. Здрасте. Здрасте. Ну что, профессор, когда продемонстрируете нам своего Франкенштейна? Я думаю, что дней через 5. Максимум через неделю. Угу. Можно взглянуть, да? Ни в коем случае. В данный момент завершается формирование интеллектуального блока. Это сложный процесс. Да ладно, ну бросьте, вы одним глазком. Нет, нет, нет. Сложнейший процесс, протекающий на молекулярном уровне. О-о-о. А это микробы у вас, да? Вернее сказать, нанороботы. Микроскопические строители. Вот с их помощью мы как раз и совершили, можно сказать, переворот в нанотехнологии. Да. Ну, слушайте, любопытно, что у вас за чудо-агрегат получится. Не агрегат, а живое существо. Ага. Уникальное. Мыслящее. Способное к саморазвитию. То есть, значит, не покажете, да? Осторожнее, я прошу вас. Дыму-то напустили. Черт! Нас двое, идем мы в разные стороны. Но вдруг, обернувшись, я вижу себя. Но кто я? Скажите мне, если все равно. Это все, что возможно. Есть у меня, но я хочу быть живой, что бы это ни значило. Я хочу быть собой, и жду, и помню, и плачу я. Я хочу быть живой, это сердце во мне, это бьется любовь. Настоящая, настоящая. Я что-то не успел заметить, она там у вас хоть симпатичная? Ее внешность окончательно пока еще не смоделирована. Вы что, шутите? Мы сегодня должны показывать ее шефу. Да успокойтесь, я думаю, что Дима уже заканчивает формирование ее внешнего образа. Дима, как успехи? Дима! Дима. Да я сейчас загрызу его. Ну что вы, я работаю. Он работает. Работает. Ну, вот. Вот. Ну, вот она будет такая. 2 недели компилировал. Ночей не спал. Но зато получился совершенно уникальный образ. Второй такой не найдете. А что? По-моему, неплохо. Да. Это ужас. Выключи, пожалуйста. Здесь недостаток освещения. При возможностях вашего зрительного восприятия необходима освещенность не менее 2 килолюксов. Разговаривай, пожалуйста, как человек. В чем ошибка? Человек бы сказал,
Здесь темно, испортите глаза. В чем дело? Употребление алкоголя приводит к зависимости и возникновению психопатических состояний. Ну вот опять. Выражайся проще. Завязывай, дед, печень посадишь. Чего-чего? Нам, ты где этого нахваталась? Смотрела телевизор, как вы рекомендовали, в качестве первого этапа социальной адаптации. Здрасте, Николай Степанович. Ну, что там у Дарова? Презентация назначена на послезавтра, но он еще просит месяц на социальную адаптацию. Еще месяц? Это много. Да ладно вам. Всего месяц. И вы будете знать мысли самого. Во-первых, я прошу больше никогда не произносить слов «да ладно». Ясно? Да, Николай Степанович. Во-вторых, то, что наш наноробот будет внедрен в высшие круги и читать мысли самого, знаете только вы и я. Я надеюсь, мне не нужно объяснять, что не следует говорить об этом вслух по поводу и без повода. Мне больше не придется вам напоминать об этом? Нет, Николай Степанович. Ну вот и замечательно. Теперь по поводу социальной адаптации андроида. Мне надоело ждать. 2 недели максимум. Но Даров настаивает. Даров. Что с ним дальше? Ну, тут и думать нечего, Николай Степанович. Почему вы вините себя в этом? Что? Вы все время думаете, что именно вы виноваты в гибели этих людей. А я так думаю? Да. Это ваша семья? Да. Это была моя семья. Но нельзя без спроса читать чужие мысли. Чтение мыслей – это моя основная функция. Да, твоя основная функция, но на работе. А вот так вот просто лезть в чужую душу и читать чужие мысли – это нехорошо. Ну, как-то не по-человечески. Не по-человечески? Ну да. Ты ведь должна быть похожа на человека. Похожей или стать человеком? Стать человеком? Некоторым это не удается, но... Но ты могла бы. Как? Наблюдай. Анализируй. Следи за реакцией собеседника и... Тогда я стану человеком? Ну... Некоторым для этого не хватает всей жизни. Мне хватит. Господа, я хочу поблагодарить вас за участие в создании андроида. Вы рисковали финансами, твердо веря в результат. И результат, смею заверить, будет для вас просто ошеломляющим. Прошу. Кайманов. Кайманов, что с вами? Простите, Николай Степанович, я переутомился, не спал.
Кайманов. Если не хотите уснуть совсем, положите плод на место. Тебе предстоит еще многому учиться. Я сравнила свой объем знаний с вашим. У меня на 127 миллионов терабайт больше. Это голая информация. Люди устроены гораздо сложнее. Мыслить не все. Нужно уметь чувствовать. Чувствовать? Любить, ненавидеть. Переживать горе, счастье. Счастье? Да, счастье. К сожалению, это чувство человек испытывает нечасто. Почему? Нельзя быть счастливым постоянно. Почему? Потому что счастье и несчастье всегда идут рука об руку. Куда идут? Спать идут. Спать. Доброй ночи. Дима, у вас с головой все в порядке? Нет. Я сильно смещен от нормы в сторону гениальности. Вы же сами сказали. Поэтому вы меня и взяли, ученики. Да, и уже 100 раз об этом пожалел. Который час? Через 7 минут презентации. Дима, ну вы что, не могли разбудить меня пораньше? Мне же надо привести себя в порядок. На, ну подготовить. А что ее готовить? Она идеальна. И все благодаря мне. Я создал абсолютно уникальный образ. Второй такой не существует. Дорогая Ниночка, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, успехов в учебе. Да, и хочу подарить вот этого замечательного зверька. Клади сюда. Ага, а еще... А тебе что, не понравился мой подарок? Диночка... Мы с тобой знакомы очень много лет. Мне все очень, очень понравилось. Отличное поздравление. И заяц тоже хороший. Это Мишка. Я же от чистого сердца. Я думала, что тебе понравится. Серьезно? Ой, и вправду Мишка. И так каждый год. Я думала, ты хотя бы смотришь мои подарки. Наивная и чиста. Еще недавно я была такой. Класса до 5-го. Ладно, это лирика. Так, а что там у нас вечером? Все в силе, встречаемся в клубе? Ага. Только ты смотри там поосторожнее. Все-таки там мой отец будет. О! Да, папа? Что? Что? Что значит тебя не будет? Ну, не кипятись. Ну, вот видишь, в Питер надо срочно лететь. Зато я тебе такой подарок сделаю. Обалдеешь. Да я без подарков обалдела. Спасибо, па. Умеешь ты поднять настроение. Нет. Дочке 18, а он... Что, не приедет? Приедет. Это я так, прикалываюсь. Да ладно, чё ты паришься? Без предков только веселей будет. Точно. Только у меня вся жизнь сплошное веселье. Отец в работе, мать в Америке и брата увезла. Ты же говорила, что они сегодня прилетают. Не прилетают. А что толку? Всего на 3 дня. Итак, перед вами образец принципиально нового робота-андроида, созданного с помощью нанотехнологий. Опорно-двигательный аппарат, система кровообращения точно такие же, как у обыкновенного человека.
Поэтому ни рентген, ни магнитно-резонансная томография не смогут выявить в ней андроида. Если, например, Нана порежет палец, то потечет настоящая кровь. Ну, почти настоящая. Да, идеальная, абсолютная имитация. Причем ее искусственные мышцы на порядок сильнее человеческих. Прекрасно видит в темноте. Ее зрачки сделаны из фотохромных кристаллов. Ну, в общем-то, это все, так сказать, внутри. А снаружи, позвольте представить, Нана. Здравствуйте, господа. Во дела. Еще и зачет сегодня. Ты хоть учил это? Да хватит прикалываться. Что хоть сдаем? За рубежку. Это же Скворцов. Да ты помнишь? Да это не смешно. Ты чего? Сочувствовать хотя бы могла. Подруга называется. Чего тут сочувствовать, если бесполезно? Не знаешь? Не поставит. Это же наш Артем Евгеньевич. Принципиальный. Да. Мы пошли навстречу вашей настоятельной просьбе о создании студенческого интернет-телевидения. Мы думали, что вы будете внедрять в молодежную среду идеи вечного, доброго, разумного. И что мы видим? Так это ж юмористическая рубрика, Ольга Алексеевна. Юмористическая? Ну да. Я ценю юмор, но это не юмор. И что за название для рубрики? Адский отжиг. Перевожу. Адский – это значит адски. Просто безграмотность. Я не понимаю, как преподаватель вуза может потворствовать низменным наклонностям молодежной субкультуры. Да погодите ж, но интернет-телевидение не должно поучать и назидать, иначе его просто не будут смотреть. Студенты должны быть уверены в том, что это их телевидение. И только тогда они там смогут самоутверждаться, а не тупо озвучивать мнение начальства, как мы с Ольгой Алексеевной. Я этого не говорил. Так, я декан факультета, заслуженный работник образования. И с высоты своего педагогического опыта хочу сказать вам, Артем Евгеньевич, одумайтесь. Она может убить? Что? А, нет. Ну что вы. Ни в коем случае. Нана создана в соответствии с тремя основными законами робототехники. Она никогда не причинит вред человеку. Ну, а драться она хотя бы умеет? Только в целях защиты опекаемого объекта. Что ж, прекрасно, профессор. А период эксплуатации? Не менее 300 лет. Великолепно. И обратите внимание, Нана не нуждается ни в еде, ни в питье. Но, тем не менее, ей нужно 4 часа в день на подзарядку. Со стороны это выглядит как безмятежный сон. Надо же, она теплая. Именно, Андрей Николаевич, именно. Профессор, ну а, скажем, секс? Я же говорю, абсолютный человек. Ну, обаять его точно не получится, Скворцов на это не смотрит. Ну, а если ты думаешь, что он поставит тебе зачет только потому, что твой папа член попечительского при совета... При чем тут мой папа? Я вообще-то и сама кое-чего стою. Пожалуйста.
Колесниковым. Что-то я вас не помню. Неужели? Вы стояли у доски в лучах искрящегося солнца и рассказывали что-то об английской литературе, об этом, как его, Шекспире. Не помните, Артем Николаевич? Евгеньевич. Простите, Евгеньевич. А я была в голубом платье, в таком полупрозрачном. И я спросила вас, а в чем гениальность Шекспира? Точно. Помню. Вот. Все именно так и было. С форточки дул легкий ветерок. Эти волосы, этот взгляд, это полупрозрачное платье. В этих глазах царил отблеск каких-то неведомых миров. Миров ваших фантазий. Я кликнул вас, а вы так посмотрели на меня полузагадочно. И таким тихим, далеким голосом задали мне этот вопрос. А в чем гениальность Шекспира? И я понял, что вы вообще меня не слушали. А я ведь битый час только о Шекспире рассказывал. Что ж, теперь у вас есть возможность доказать обратное. Господа, я предлагаю перейти к главному. Проникновение, так сказать, потаенное. Кайманов. На-на. Продемонстрируй господам свои способности. Прочти мысли нашего гостя. Ну, потише, господа, поработаем. Что такое надо? Я не буду читать мысли. Что? Не буду читать мысли. Что за глупости? Почему? Я хочу стать человеком, а читать чужие мысли не по-человечески. Я блокировала у себя эту функцию. Что происходит? Что происходит? Ну, соберись. Соберись, ты должна. Сестренка, ты чё? Повторяю, программа чтения мыслей заблокирована. Этого еще не хватало. Программа чтения мыслей заблокирована. Спасибо. Николай Степанович. Николай Степанович. Подождите, Николай Степанович. Николай Степанович. Давайте поговорим, скажем, о противопоставлении природы и разума в Ромео и Джульетте. Прекрасно. Ну, давайте поговорим. Начинайте. Природа и разум. Угу. В бессмертной комедии... Трагедии. Простите, трагедия. Я волнуюсь. Так вот, природа и разум, они противопоставляются. Остро противопоставляются. Природа требует своего. Это нормально. А разум ее гнетет. У некоторых, по крайней мере. Это все? Самое удивительное, что вы почти попали. Природа слабодушна и рыдает, а разум зол, и разум побеждает. Так это звучит из уст Лоренцо. Что-нибудь еще добавить? Я на лекциях одну книгу рекомендовал. К сожалению, я не нашла этой книги в магазине. Да и к тому же мне нужно было готовиться ко дню рождения. Все-таки 18 лет не каждый день бывает. Поздравляю вас. Самое время читать Шекспира. Хорошо. В магазине книги не было, а в библиотеку нельзя было зайти? Простите. Извините, но у меня же есть возможность пересдать. Да, завтра последний день.
Следующий. Я вообще не понимаю, что тебе переклинил-то? Читать чужие мысли не по-человечески. А я должна стать человеком. Ну что, серьезно? А о Дарове ты подумала? Ты же понимаешь, что... Да они нашу шарашку в два счета прикроют, ты это понимаешь? Так, подожди. Включай режим прослушки. Очевидно, программа, которая отвечает за телепатические способности Нана, вошла в противоречие с программой по превращению в человека, более мощной. И сблокировала ее. Черт, я это как-то не предвидел. Он это как-то не предвидел. И что теперь? Даже не знаю. К такому повороту я не был готов. Николай Степанович! Николай Степанович, да вы не понимаете, это лучше, чем... Это лучше, Николай Степанович! Я же тебе говорила, что ты с ним пролетишь. Да не по зубам он тебе, не по зубам. А вот спорим, что он сам ко мне приползет. А если не приползет? А если не приползет, то я... отдам тебе вот этот браслет. Хоть бы он не приполз! Программа, по которой она... Да как вы не понимаете, что робот, перед которым стоят подобного рода глобальные задачи, не может быть неподконтрольным? Теоретически. Я, конечно, мог бы попробовать ее как-то перепрограммировать. Ну, так приступайте немедленно. Для этого мне придется обнулить ее сознание. Мне бы не хотелось этого делать. Она уже сформировавшаяся личность. Да вы что? Шутки шутите? Если вы ее не отрегулируете, ее личность гроша ломаного не стоит. Вам ясно? Лично проконтролируйте. А вам я очень рекомендую исключать подобные проколы. Они хотят, чтобы вы меня убили. Ну, с чего ты взяла? Они приказали меня перепрограммировать. А откуда ты? А, да. Понятно. Да, перепрограммировать. Но в этом нет ничего страшного. Ну, загрузим программу по новой. Но это уничтожит мою личность. Что? Почему уничтожит? Потому что вы сотрете все, чем я жила все это время. С момента моей активации. Почему сотру? Сотру. То есть, да, сотру, но мы воссоздадим все заново. Шаг за шагом. Честное слово, я обещаю тебе. Я понимаю. Так надо. Да. Так надо. Иначе, боюсь, девочка, тебе угрожает очень серьезная проблема. А я этого допустить не могу. Все будет хорошо, что поделаешь. Ничего не поделаешь, так уж все вышло. Нана. Вам надо отдохнуть, Алексей Петрович. Отдыхайте.
Что ж ты глохнешь, старуха? Кто такое? Ты что там? Не трогай там. Была проблема с иглой карбюратора. Проблема устранена. И чё? Можно продолжать движение. Дочка, дочка! Стой, дочка! Ты в город? Садись под брошу. В город? Подбросите? Садись. Да здорово у тебя получилось. Не посмотришь? Передок у меня, а то совсем барахлит. И сбежала. Представляете? Ну, сбежала и сбежала, может, она и к лучшему. Димочка, ну что вы несете? Нам была поручена ответственнейшая работа по созданию робота-защитника. А мы с вами... Да какого защитника, профессор? Давидский хотел сделать из него шпиона, чтобы внедрить к самому и читать его мысли. Тогда Давидский вообще все сможет контролировать. В политике, в экономике, да где угодно. Дима, а откуда это вы знаете? Ей-богу, вы как маленький профессор. Все об этом знают. Кайманов уже давно всем раззвонил по большому секрету. В атмосфере повышенное содержание бензопирена и диоксида азота. Почему люди не живут в лесу? Там же воздух гораздо чище. Большое тебе человеческое спасибо, доченька. Человеческое? Да, человеческое. Спасибо. На здоровье. Привет. 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 Артем Евгеньевич, можно вас на минуточку? Да, конечно. Вам может показаться это неожиданным, особенно после моей неудачи на зачете. Но я хочу пригласить вас на свой день рождения. Просто все приглашены, а вы куратор курса. Ну, хорошо. Я приду. Работать. Попался. Ты в новый мир пришла одна, и в этом мире еще наивна, так открыта и чиста. Так хочется понять, что значит чувства, как их найти и не терять. На самом деле никто не расскажет, пойми, какой этот мир. На самом деле, своими глазами смотри, какой этот мир, чему в нем верить. В ушах один и тот же бит, отвалится ты, как ты успеешь встретить в жизни. Да нет, я не обижаюсь. Да честно.
пока. Да. Днюха не задалась. Отец на переговорах, мать не приедет, и Артема все нет. Хочу поприветствовать куратора нашего курса Артема Евгеньевича Скворцова. Я уверен, что в адрес именинницы было сказано много теплых слов, присоединяясь ко всем. И хочу, Нина, подарить вам вот эту книгу, которую вы, к сожалению, не нашли ни в магазине, ни в библиотеке. Влияние философской мысли в поздней драматургии Вильяма Шекспира. Круто! Вот именно. Спасибо, Артем Евгеньевич. У вас отличное чувство юмора. Гуляем! Ну что, может, по коктейлю? Вы знаете, вынужден отказаться. Я уезжаю, нужно готовиться к завтрашнему зачету. Он начинается ровно в 11. И напоминаю, что кое для кого из присутствующих это последняя возможность сдать зарубежную литературу. С днем рождения. Какая жалость. Что там еще с браслетиком? Никто не расскажет, пойми, какой этот мир на самом деле. Да, а чего там с подарком-то, Нине? О, Леонид Борисович, машинка блеск. Завтра к двум доставят. Завтра? Почему завтра? Ну, а раньше они не могут, у них там неполадки какие-то с регистрацией в ГАИ. Поэтому сказали, что только завтра с утра, раньше никак. Фу, черт. Леонид Борисович, я бак залью, а то мы так до Шереметьево не дотянем, а вы еще хотели домой заскочить. Заправляй. Днем не мог заправиться, помощничек. Нина. Нина! Стой! Вот так сюрприз. Ты что здесь бродишь? Ты как здесь? Что-то стряслось? Я совершаю прогулку по ночной Москве. Ну ты даешь. Ты что, выпила, что ли? Я не употребляю алкоголь. Да ну. А почему ты домой-то не поехала? У меня нет дома. Ну не дуйся, дочь. Ну прошу тебя. Ну я не виноват, ну честно. Ну ты же сама знаешь, сколько у меня дел. Работаешь, 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 как лошадь. Между прочим, все же для тебя. Когда много работаешь, необходимо отдохнуть. Ну да. Вам необходимо отдохнуть. Вам? Ну, началось. Может, ты меня еще по имени-отчеству будешь называть, а? Как ваше имя-отчество? Ладно, все, поехали домой. У меня нет дома. И что? Ты собираешься одна гулять по ночному городу? Не знаю. Я пока не приняла решение. В таком случае я принимаю решение. Сейчас мы с тобой едем домой. Это решено. Потом я еду в аэропорт. Завтра к обеду я уже вернусь, клянусь. И мы с тобой закатим такую гулянку, как нормальные люди. Договорились? Как нормальные люди? Договорились. А что тебя понесло-то в такую даль среди ночи? Выбрала случайное направление.
счет. Ты мне скоро на каждом перекрестке мерещиться будешь. Не сердись. Слушай, а у тебя все в порядке? Да. Да? Ладно. Отдыхай. Еще раз извини, с подарком как-то глупо получилось. Да Славик все, ничего поручить нельзя. Лучший подарок – это книга. Да. В следующий раз буду иметь в виду. Вот, кстати... На вот, возьми. Утром как-то не догадался. Деньги? Да. Деньги – это эквивалент человеческого труда. А я сегодня не трудилась. Не трудилась. Я рад, что к тебе вернулось хорошее настроение. Ну все, малыш. Я побежал. Как только прилечу, сразу позвоню. Ну, мир. Папа, мамочка, братишка. С днем рождения, доченька. Будь умницей. Спасибо, папочка. Любимая.
С восторгом студенты первого курса журналистики восприняли приход на день рождения Нины Колесниковой Артема Николаевича Скворцова. Сама именинница с чувством глубокой благодарности приняла от него лучший подарок – книгу. Мы уверены, книга «Стихи и философские мысли в поздней драматургии Уильяма Шекспира на английском языке» станет настольной книгой каждого молодого журналиста. Извините, но у меня же есть возможность пересдать. Да. Завтра последний день. Хочу, Нина, подарить вам вот эту книгу. Да нет, я не обижаюсь. Которую вы, к сожалению, не нашли ни в магазине, ни в библиотеке. Днюха не задалась. Отец на переговорах, мать не приедет. Это последняя возможность сдать зарубежную литературу. С днем рождения. Я хочу быть собой, и жду, и помню, и плачу, да. Я хочу.
бьется любовь. Настоящая. На-на-настоящая. Стой! Кто ты? Стой, не подходи ко мне! Не надо кричать, я не причиню вам вреда. Что ты тут делаешь? Я оказалась в незнакомой обстановке и выбрала душевую кабину как объект максимально идентичной нано-капсуле. Чего? Какой еще капсуле? А, ты сумасшедшая! Ай-яй-яй-яй! Стой! Стой! Уматывай отсюда! Мне некуда идти. Стой! Не пудри мне мозги! Пудри мозги? Как это? Ты как сюда попала? Меня привезли. Кто? Человек. Мужчина. По визуальному определению возраст около 45 лет. Судя по тому, что он открыл дверь своим ключом, он живет в этом доме. Тут еще кто-то есть? Нет, я одна. Стой! Стой, где стоишь? Стоп. Это как? Офигеть. Алексей Петрович, вы можете побыстрее? Могу. Если вы не будете мне мешать. Нет, ваша версия безукоризненна, конечно. Нано-робот, воспользовавшись вашим доверием, отключил сигнализацию и ушел. И вырубил вас на 6 часов. Великолепно. Не отвлекайтесь. Давидский будет просто поражен этой железобетонной отмазкой. Прям схватится за голову и будет сам у нас просить прощения. Ива, я закончил. Что вы закончили? Формулу для расчетов дальнейшего поведения Наны. Давайте быстренько обносите данные в компьютер. Если удастся все просчитать, мы узнаем, куда она ушла. Дима, вы можете побыстрее? Могу, если вы не будете мне мешать. Не, так не бывает. Ты? Я? Кто, ты говоришь, тебя привез? Мужчина 45 лет. Папа, что ли? Папа? Да, меня сюда привез папа. Ваш папа. Значит так. Предлагаю решение. Сейчас едем домой, потом я в аэропорт. А завтра в обед вернусь, и мы с тобой закатим такую гулянку. Вот значит как. Ты еще и голоса подделывать умеешь. Стоп. Неужели? Нет, так не бывает. Только не говори, что ты моя сестра-близнец. Нет, я не ваша сестра-близнец. Я Нана, экспериментальный андроид нового поколения. Точнее, нано-робот. А, это розыгрыш. Розыгрыш? В каком значении вы сейчас употребили слово «розыгрыш»? Шутка или вот мяча или шайба в спортивном состязании? Ну, папа... Приколист. Двойника нашел. Один в один. Моя внешность уникальна. Ну да. Мы одинаковые. Так, ну как говорил Гагарин, поехали. Девочка Гагарин говорил совсем другие слова. Да, какие? Более местные. В ситуации десятикратной перегрузки. Ты реально, что ли? У меня нет причин не доверять Королеву. Скоро прочитай. Готово. Так давайте, Дима, давайте.
так, 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 так. О! Нана вышла из лаборатории, пошла прямо. Потом повернула на более утоптанную тропинку и... И вышла к болоту. Ну и где вы увидели здесь болото, Сусанин? Это поляна. Это же вот черным по зеленому все вот написано. Вот поляна, а впереди болото. Да, 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 да. А слева заросли. Ну? Ну и куда она пойдет? Откуда я знаю? Я знаю. Никуда. Она робот. Она действует по заложенному алгоритму. Если нет решения, она прекратит движение. Будет ждать, пока это решение не придет. А, да-да-да-да-да. Гениально, Алексей Петрович. Преобразуйте это в карту местности. Легко. Отлично. Все, я побежал. Ждите, мы скоро вернемся вместе с Наной. Может, вам распечатать карту, а? Не надо. Вы же заблудитесь. Давай колись. Кто ты? Я нано-робот. Да хватит уже, это не смешно. Все, достало. Сейчас кого-то отсюда заберут. Не надо никуда звонить. Блин, что за фигня? Аппарат заблокирован мощным электромагнитным полем. Да? Хорошо. Сама напросилась. Сейчас кого-то заблокируют мощным химическим газом. Поняла? Эритант аллериазим капсикум. Вытяжка из красного перца. Вызывает жжение и слезоточение при попадании в глаза. И сильную боль в слизистых оболочках. Его нельзя распылять в закрытых помещениях. А, ну точно в розыгрыш. Телефон заблокировали, двойника нашли, баллончик подменили, да? Не делайте этого! Ай, щиплет! Я же вас предупреждала. Этот газ нельзя распылять в закрытых помещениях. Блин, фантастика какая-то. Атака клонов. Я не клон. А кто ты? И почему у тебя слезы не текут? На тебя что, этот газ не действует? Я Нана, экспериментальный андроид. Да это я слышала уже. Как ты сюда попала? Меня привел ваш папа. Я нано-робот. Ты что, не человек, что ли? Нет. Чем докажешь? Разве отсутствие реакции на слезоточивый газ не является доказательством? Ну, откуда я знаю? Может, ты дыхание умеешь задерживать, как водолаз? Я могу задерживать дыхание на 5 часов. Да? Ну, вот и продемонстрируй. Но на это потребуется 5 часов. Вы можете послушать мой сердечный ритм. Обалдеть! Кто, ты говоришь, тебя сюда привез? Меня привез ваш папа. Нифига себе! Подарочек. Здравствуйте! Аннулировано правительством Российской Федерации 50... Но в целом это никуда. Офигеть! Давай еще раз. Так, прежде. Все? Круто! Слушай, а ты драться умеешь? М? Ну, как в «Матрице». Во мне заложено несколько боевых программ, но они исключительно защитного характера. О, а ты случайно не терминатор? А то смотри, мы тебя, если чего, бац, в расплавленный металл. И все. Меня нельзя в расплавленный металл. Мои ткани не выдерживают температуры выше 180 градусов. Да шучу я. Слушай, а в тебе есть что-нибудь, чего вообще ни у кого нет? Я могу читать мысли.
куда ты? Да назад. Не понять. Блок ориентации глючит, что ли? Алексей Петрович. Дима, моя теория оказалась верна до третьего знака, после запятой. Неплохо, поздравляю. Но не с чем. После третьего знака началось экспоненциальное отклонение. То есть Нану вы не нашли? Она с вероятностью 94% уехала в город на попутках. Облом? Господи, она же совершенно не приспособлена к жизни. Она сейчас как ребенок, понимаете? Ну, да. Как ребенок, только с нечеловеческими способностями. Давидский нас пришибет. Итак, повтори основное правило. Я помню, повторять незачем. Нет, повтори. Категорически запрещается читать мысли Нины Леонидовны Колесниковой. Молодец! Тем более, я же уже говорила. Я отключила у себя телепатический модуль. Вот и умничка. Отключила и больше не включай. Кстати, смс-ки Нины Леонидовны также читать запрещается. А что я могу читать? Читать? Вот, вот это и читай. Прочитала. А что еще? Офигеть. И что, ты все запоминаешь? Да. Слушай, а как у тебя с литературой? Уточните вопрос. Ну, это, ты кого-нибудь из зарубежных классиков читала? Гюго, Шекспир, Вольтер, Стендаль, Гёте, Диккенс, Оруэлл, Хаксли, Моэм, Драйзер, Мороа, Стенбек, Фауст, Эдгар Аллан По, стоп. Монтень, Бальзак, Ремарк, Хемингуэй, Сервантес. Стоп, говорю. Достаточно. А ты их всех знаешь? Точнее, их произведения. Да, включая черновики, переписку, дневники и критику. Хорошо. Очень хорошо. Ну и контрольный пакет скоро будет передан в ваше распоряжение. Скоро это когда именно? Ну, как только нынешний владелец вылечит руку, чтобы подпись поставить. Но мы ему правую-то целую оставили, а левую того. А кто ж знал, что он левша? Плохо. Дальше. Крота, ну, того, который информацию конкурентам сливал, выявили. И? Ну и все. Был крот и нет крота. Контакты его выявили? Да он что-то хилый такой оказался. В общем, не успели. Это плохо. Что с моим роботом? Так это работаем, Николай Степанович, днем и ночью. Ну, в смысле, Даров работает, я контролирую. Переформатирование должно быть закончено точно в назначенный срок. Не днем позже. Это сейчас главное. Понял. И чтоб больше никаких сбоев. Если задача не будет выполнена, я переформатирую вас. Лично. Свободно. Конечно. Не следовало этого ожидать. Дальнейшие расчеты поведения Наны невозможны. Из-за случайных взаимодействий со случайными людьми. Алексей Петрович, а как мы теперь будем искать? Думать надо, Дима. Думать. У нас в запасе еще целая неделя. Да. Я еду. Прекрасно, замечательно, что вы едете. Я вас поздравляю. А вы кто? То есть как это кто? Я Кайманов.
А, простите, Андрей Николаевич, не узнал. Обычно вы такой вежливый, когда звоните. Всегда здороваетесь. Это кто, я? Ну да. Ну, здравствуйте. Я еду к вам с ревизией, так что подготовьте нанообъект к осмотру. Пожалуйста. Что он говорит? Кайманов желает видеть Нану. Я бы тоже этого желал. Дима, все пропало. Я не знаю, что делать. Думать надо, профессор, думать. У меня, кстати, есть одна идейка. Дима. Дим. Дима. Леонид Борисович. Славик, привет. Ну, что там с машиной? А, Леонид Борисович, все пучком, машина у меня. С документами все в порядке? Да, номера тоже уже поставили. А ты бензин-то залил, Шумахер? За кого вы меня принимаете? Конечно, залил. Через 5 минут буду у Нины. Отлично, пока. Переоденься. Сама сможешь? Да. А что, мое платье требует замены? Ну, конечно. У тебя китайский ширпотреб, а у меня все от Гуччи. А вы уверены, что одежда, которую носила Гуччи, подойдет мне по размеру? Так, давай не умничай. Надевай, что я говорю. И перестань мне выкать. Хорошо, я перестаю тебе выкать. Вот так-то лучше. Ну что, прочитала стихию философской мысли в поздней драматургии Уильяма Шекспира? Стихия философской мысли в драме Шекспира – это одна из тех черт, которые особенно ясно связывают ее с эпохой. Стоп. Достаточно. Ну, Артем Евгеньевич, держитесь. Доченька, привет. Подарок получила? Да, папка, это супер. Свеженькая, прямо с выставки. Ага, я вообще так рада. Ну, она прям как живая. Ну, что я хочу сказать, эта машина, знаешь ли, вершина технического прогресса. Слушай, ну она же стоит немеренно. Для любимой дочурки ничего не жалко. Мне в институте прям все обзавидуются. Да? Как она в управлении? Пока слушается. Ты поосторожней с ней. Сильно не гоняй. Побереги ее, пока она на обкатке. Хорошо, папуля. С днем рождения. Целую тебя. Целую. Пока-пока. Эй, ты там на книжке сильно не налегай. Папа просил тебя поберечь. Этот манекен мы использовали при моделировании Наны. Собственно, он нам ее и заменит. Чушь. Любой дурачок сразу обнаружит подмену. Да, а если ее поставить в темную, закрытую, задымленную капсулу? Тоже сомнительная идея, но уже не чушь. Кто бы мог подумать, а?
Кто бы мог подумать, что я без пяти минут лауреат Нобелевской премии буду заниматься вот такой вот ерундой. Ну, например, я. Я бы мог подумать. Слава Богу, мы спасены. Так, а где рука? Алексей Петрович, где рука? Здрасте. А что это такое? Сейчас мы пойдем ко мне в институт. И ты сдашь за меня зачет по зарубежной литературе. Я не учусь в институте. Слушай, так, подожди, садись сюда, садись. А раз уж такое дело, что тебя создали с моей внешностью, то никто вам не мешает хотя бы разок это использовать, правда? Ты зайдешь в аудиторию, тебе зададут вопросы, ты на них ответишь. Мы ведь одинаковые, так что никто не заподозрит, что ты — это не я. Но ведь это обман. Ну и что? Всего лишь зачет. Даже не экзамен. Я всегда говорю правду. Что, ни разу даже на столечко не соврала? Ни разу. Врешь. Я всегда говорю правду. Во, блин. Ты вправду этот... не человек. Что это такое, я вас спрашиваю? Это дефинитивная модуляционная конечность, развивающаяся из нефротонного нейроциркуляторного латекса. Ну, это я и без вас знаю. Так, а где профессор? Давайте отойдем. Профессор, он сейчас занят. Он выполняет некую работу. Какую работу? Какую работу? Работу, работу. Ваша шляпа новая, да? Великолепно смотрится. Да? Угу. Спасибо. Ну, понять, шерсть это полушерсть. Ну что вы? Это фетр. А-а-а. Причем это не какой-нибудь там, а самый настоящий высококачественный фетр. Вот обратите внимание, видите, мягкая тулья, широкие поля. То есть это не котелок, не канатье, это самая настоящая фетровая шляпа с одиночной лентой. Да вы что, великолепно, потрясающе. А вы, видимо, знаете толк в шляпах, да? Но... Так, при чем здесь шляпы? Все люди немножко врут. Зачем? Ну... чтобы сделать себе лучше. Например, не хочешь идти на работу. Говоришь, у меня болит голова. Или родители спрашивают, ты уроки сделала? Ты говоришь, да, сделала. А сама ничего не сделала. Зачем? Ну, чтобы они не волновались и отстали от тебя. Все люди врут. Всем от этого только лучше. Я обязательно научусь врать. Нет, только не сильно. Вообще-то врать плохо. Но немножко. Для пользы дела. Что нужно сделать? Где профессор, я спрашиваю? Я вам пытаюсь объяснить, что он выполняет важную работу. Какую работу? Какую работу? Важную, очень... Он берет жидкость А, добавляет жидкость Б, смешивает с жидкостью С. Ты что, совсем рехнулся со своими жидкостями? Где Даров? Я здесь. Профессор, что это с вами? Работаем на износ. Да? Ладно, мне надо смотреть на объект. Да, пожалуйста. Сейчас в рамках процесса переформатирования мы решаем одну сложнейшую научную задачу по замене нано-объекта на макетный вариант. Можете ознакомиться. Да, нечеловеческая баба. Слушайте, а дым можно убрать? Да вы что, Андрей Николаевич?
Это категорически запрещено. Может слететь весь процесс. Придется начинать все сначала. Нет, если это ваше распоряжение... Нет, не надо никаких сначала. У вас всего 6 дней до сдачи объекта. Это вам понятно? Понятно. До свидания. Всего доброго. Лично я тебя от себя не отличила бы. Джинсы нормально сидят? Да. Да? Но я их с трудом натягиваю. Ты что, получается, я толще тебя? Это тебе только кажется. По визуальному определению у нас с тобой один размер. Врешь? Только для пользы дела. Тьфу, блин, научила на свою голову. Ладно, пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте, Ниночка. Здравствуйте, Ниночка. Здравствуйте, Мария Петровна. Здравствуй, Ниночка. Тра-ля-ля. Ну, как поживают наши ученые? Работают, Николай Степанович. Даров формулы пишет. Я хочу знать, как идет процесс перезагрузки. Ну, процесс перезагрузки, он в процессе. Кайманов? А? Вы меня нервируете. Виноват. Усильте контроль. Вы свободны. Я на разведку, а ты сиди здесь и никуда не уходи. Хорошо. Я буду наблюдать за людьми. Вот и чудненько. Жди меня. Держи. Радик, книжечку подарил, Шекспир. А вот она идет. Нинка! Привет. Привет. Ты куда вчера пропала? Мы как идиоты на твоем дне рождения без тебя. Да ну, надоело все. Это из-за Артема? Неважно. Да ладно, колись, что там? Привет. О, привет, Динка. Ты на зачет? А, нет, я за конспектом. Жаль. Слушай, я хотела попросить тебя, чтобы ты очередь заняла. Так давай я займу, мне не трудно. Ты видела, во что она нарядилась? Кофточка с Леонозовского, береточка с Тушинского. Кошмар. Алисия, давай поржем в другой раз, а то я сейчас жутко спешу. Ой, простите. Здравствуйте. Добрый день. Выспались после вчерашней вечеринки? Я вообще не спала. То есть всю ночь развлекались?
Точнее сказать, получала новые ощущения. Понятно. Ну а к зачету-то нашлось время подготовиться? Да. 72 секунды. Да что? Для вас это грандиозное достижение. Не переучились? Нет. Ладно, до встречи. Кто последний? Я. А я на Нину Колесникову занимаю. А ты у нее на побегушках, да? Рогозина, мой конспект по теории журналистики у тебя? Верни, пожалуйста. Хорошо. Всем привет. Артем Евгеньевич, здравствуйте. А я думал, вы на зачете. Да вот, прибежал посмотреть, как у вас тут дела. Ну, смотрю, все кипит. А Метелкин где? На парах. А мы с Чачином акцию придумали, витамины по никотину. А Лешка со Стасом ролик смонтировали о неформатном кино с названием «Кустурица нервный курит в стороне». Ну-ка. Ну, понятно. Правда клево? Заставка супер. Вот текст как-то слабоват. Еще что-нибудь есть? Пока нет. Ладно, вы работаете, я к вам еще попозже загляну. Молодцы. Я ж тебе говорю, по тексту. Я тебе говорю, все будет нормально. Да ну придешь, Даша. О, Нин, привет. Привет. Привет, Вова, привет, Гена. А вы кому-то цветочки несете? Артему Евгеньевичу, что ли? Боюсь, не оценит. Да не. Федул сегодня собирается стать мужчиной. Кто, я? Ну да. У него сегодня зачет по-английскому, у Когут. Ты что несешь? Да ладно, не парься. Зачет у Когут – дело для настоящих мужчин. Нин, ты лучше скажи, вот… Шпоры незаметно, как он спрятал? Да нет. Вот, а ты говорил. Заметят, заметят. Ладно, пошли, все. Ага. Давай. Время, Дима, время. Алексей Петрович, я вас молю, не нервничайте. Кайманов ушел, у нас неделя времени еще. Боюсь, что нет. В смысле? Понимаете, Нана сейчас как чистый лист бумаги. С кем свяжется, под чьё влияние попадет, тем и станет. Ну, например, свяжется с преступниками. Переметок модель поведения и сама станет преступником. Нет, ну тогда мы легко сможем ее найти по газетным заголовкам. Наноробот-убийца енотов, например. Зря иронизируете. Это действительно пострашнее, чем угроза переформатирования. Поэтому нам нужно ее найти, во что бы то ни стало, и вернуть. Немедленно, Дима, так что не расслабляйтесь. Не расслабляйтесь. Я вообще не понимаю, зачем вы вложили в нее программу «Стать человеком». Дело в том, что я вообще специально не вкладывал в нее никакую программу. То есть она сама запрограммировалась? Понимаете, работая над Наной, я вкладывал в нее всю душу. Это явление еще не описано наукой. Но с ней действительно что-то произошло. Это несомненно. Энергия ауры или биотоки воздействовали на Нану. Или еще что-то, что мы не можем измерить. Это мракобесие, профессор. Ну, не знаю, не знаю. Взаимодействие магнитов тоже несколько веков считали магией. Может быть, и вы, как молодой, перспективный, начинающий ученый, сможете описать, измерить это явление. Спасибо за начинающего, профессор. И все-таки время. Дима, время. Так, я заняла очередь, так что давай дуй. Куда дуть? В смысле, иди на зачет. Как сдашь, встретимся в туалете на третьем этаже. Я поняла. Колесников, а что, здороваться теперь не принято? Здравствуйте. Что-то я Колесникова давно вас у себя на лекциях не видел. Я вас тоже давно не видела. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
Чего это с ней? Переоделась зачем-то. То накрашена, то не накрашена. Вот бы улыбнулась. Что-то я в непонятку. Здравствуйте. Я пришла сдать зачет. О, какие люди почтили нас своим вниманием. Ну что ж, Колесникова, я понимаю ваше состояние, и по случаю вчерашнего вашего дня рождения хочу сделать вам еще один подарок. Можете ответить на любой вопрос, по которому вы хоть что-то знаете. Я знаю все. Неужто все? Если не считать вышедших за сегодня новых энциклопедических изданий. Ваше чувство юмора сегодня бьет таким фонтаном, что, боюсь, мы здесь все захлебнемся. Я вам предложил альтернативу, вы отказались. Тяните билет. Жизнь и творчество Вильяма Шекспира. Прекрасно. Будете отвечать сразу или вам нужно 72 секунды на подготовку? Сразу. Вильям Шекспир родился 23 апреля 1564 года в маленьком английском городке Стратфорде, расположенном на реке Эйвен. Во фигачит-то! Что за столпотворение? Там Колесникова зажигает. Как зажигает? Что зажигает? Разрешите, Артем Евгеньевич? Но главным делом для Шекспира, страстью всей его жизни, была работа драматурга, создание пьес. Неплохо, Колесникова. Биографию Шекспира вы изобрели. Может быть, за 72 секунды вы успели прочитать какие-нибудь пьесы Шекспира? Нет, на это у меня ушло значительно больше времени. 5 минут 31 секунда. Нет, ну тут с темпом, конечно, вы подкачали. Но зато, наверное, за это время вам удалось прочитать все произведения. «Комедия ошибок», «Сон в летнюю ночь», «Двенадцатая ночь», «Укрощение строптивой» — это только ранние произведения. А «Ромео и Джульетта»? Неужто не прочли? Понимаю, не хватило 3 секунд. Только на английском. Ну и как, запомнили? Two household, both alike in dignity, in fell Verona, where break to new mutiny. Потрясающе. Потрясающе, Колесникова. Я ставлю тебе зачет. Ольга Алексеевна, извините, но зачет здесь принимаю я. А я поставил по-английскому. А вы продолжайте принимать. Потрясающе. Цитата это, конечно, хорошо, Колесникова. Но что главное в «Ромео и Джульетте»? Главное в трагедии «Ромео и Джульетты» — это конфликт доминантных самцов. Кого? Доминантных самцов. Главы кланов Монтекки и Капулетти — это типичный образ вожаков крупных стай, вступивших в соперничество в борьбе за расширение ареала влияния своей популяции. Интересно. Я первый раз сталкиваюсь с тем, как самое трогательное, грустное и известное произведение великого Шекспира трактуют с точки зрения соперничающих самцов. Тем более интересно, а что вы скажете о нежной любви Ромео и Джульетты? Их поведение — это типичное поведение подростков в пубертатном периоде, когда нарастающая продукция гормонов способствует пробуждению сексуальных ощущений, эротических мыслей и фантазий. Спокойнее. То есть вы, Колесникова, отрицаете светлую любовь главных шекспировских героев? Любовь — это клиническое проявление расстройств психики. Колесникова решила нас сегодня шокировать. Получается, если бы Монтекки... Если бы Монтекки и Капулетти были знакомы с достижениями современной сексологии, то Ромео и Джульетта, скорее всего, были бы живы. Сейчас сексологи дают массу адекватных рекомендаций для снятия гормонального напряжения. Знаете что, Колесникова? Я ставлю вам зачет. За смелость и за самый оригинальный и непредсказуемый разбор Ромео и Джульетты. Спасибо. Это вам спасибо. Здрасте. Колесникова, а что это вы каждые 15 минут переодеваетесь? Я? Я не переодевалась. Ну да. То вы в джинсах, то теперь в юбке. А, ну а что здесь плохого? Ну, в принципе, ничего. Только у нас тут в некотором роде храм науки, а не дом, извините, моделей. Ну, просто я подумала, что в юбке мне все-таки лучше.
А вы как считаете? Ну... Вам нравится? А так? Колесникова, вы... Идите, идите. Это гениально, но при чем тут Шекспир? О! Доминантные самцы обладают преимуществом в доступе к пище, защищенным местам отдыха. Им легче добиться самки, а? 500 рублей веник. 100 рублей упаковка. А еще шпоры всю ночь писал. А все ты. Не заметит, не заметит. А она как пчелка Майя на эти цветы накинулась. Да не парься ты, Ген, все равно признаешь. Зато поступил как настоящий доминантный самец. Цветы, букет. В большой семье домовой мыши размножаются только... Доминантные самцы. Я такого не помню ни у Аникста, ни у Козинцева. Даже у Гелилова этого нет. А может, это у Фрейда есть? Из неизданного. О, друзья! Супружество, в котором доминантный самец реально только в том случае, если муж чувствует себя... Ну, самкой. Артем Евгеньевич, а может, это намек? Нет, ну, Колесникова была очень убедительна. Нет, ну я представить не мог, что в этой голове находится столько антропологических рассуждений. Каких? Проехали. О, ва-вам. Ну, Колесникова. Колесникова, ну ты даешь, отчебучила по полной. Нина, молодец! Ты когда Шекспира выучила? Да так, на досуге. Умница! А когда ты начала про пубертантный период, все просто ахнули! Про кого? Ну, про отношения Ромео и Джульетты. Это, мне пора бежать, потом поговорим. Ладно. Нана! Нана! Ой, ну и что ты там устроила? Я сделала что-то не так? Какой Шекспир в подлиннике? Ты хотела, чтобы я сдала за тебя зачеты. Я сдала сразу 2 зачета. По зарубежной литературе и по английскому. За зачеты, конечно, спасибо. Но... Зачем нужно было так выпендриваться? Я не выпендривалась. Преподаватель задавал вопросы, я давала ответы. Ну ладно, разберемся. Ты все равно молодец. Так, давай домой и сиди в моей комнате. Я постараюсь тоже скоро прийти. Договорились? Хорошо. Блин, там Алисия идет. Давай прячься. Нинка, мне рассказали, ты вообще просто супер. Да ладно. Пошли. Сейчас я на минутку забегу. Потом забежишь. Пошли. Что значит потом? Потом уже поздно будет. Пошли. Ты иди, а я догоню. Угу. Нана! Thank you.
Рекордное количество шпаргалок обнаружила декан журфака Ольга Алексеевна Когут в букете, с которым пришел на зачет студент Геннадий Федулов. Давай прячься. Нинка, мне рассказали, ты вообще просто супер. Да ладно, пошли. Сейчас я на минутку забегу. Потом забежишь. Пошли. Что значит потом? Потом уже поздно будет. Пошли. Ты иди, а я догоню. Угу. Нана! Скажите, пожалуйста, а когда же вы успели так загрузиться Шекспиром? А что вы постоянно высматриваете? А точнее, кого? В смысле? Ну, в смысле, я же не дура. Вы, Артем Евгеньевич, никуда от тебя не денется. Ты его реально очаровала. Да ну, нужен он мне больно.
Вообще, конечно, пусть знает, что он не один такой умный. Это правильно. Привет, Нина. Привет. Привет. Принимай аппарат. Привет. А что это значит? Это тебе подарок от папы. Лучше поздно, чем никогда. Да ладно! Ну-ка. 180 лошадок, до сотни разгоняется, моргнуть не успеешь. А вам же некоторым. Спасибо. Слушай, я еще от первого подарка в шоке, а тут такая тачка. А что за первый подарок? Мне Леонид Борисович ничего не говорил. Ну, нам вообще Славик. Ой. Алисия, обкатаем новую тачку. Шутишь. Слушай, может быть, я вас довезу, а то она, смотри, резвая. Пока, Славик. Нас двое, идем в разные стороны. Но вдруг, обернувшись, я вижу себя. Но кто я? Скажите мне, если все равно. Это все, что возможно есть у меня. Но я хочу быть живой, что бы это ни значило. Я хочу быть собой, и жду, и помню, и плачу я. Я хочу быть живой, это сердце во мне, это бьется любовь. Настоящая, настоящая. Где Емусит? Я здесь. Фух, напугала. Ну ты куда пропала-то, а? Возникла опасность обнаружения. Мне пришлось срочно переместиться в безопасное место. Я вылезла в окно. Чего? Ты что, летать умеешь? Нет. Я подождала, пока опасность пройдет, и спустилась вниз. Слушай, а мне папа такую тачку подарил. Ну прям... Сразу два подарка. Сначала ты, потом машина. Я подарок? Ну да. Ты первый подарок, а машина второй. Я не подарок. Это точно. Я наноробот, созданный профессором Даровым. Правильно. Твой профессор тебя сделал. А мой папа купил и подарил мне. Вот, смотри. Это папа купил мне в Японии, когда я была маленькая. А теперь... Он тебя мне купил. Меня никто не покупал и не дарил. Я сама сбежала. Как сбежала? Да ладно. Откуда? Из лаборатории. Подожди. Как же ты сбежала? Нейтрализовала охрану и камеры слежения. Охрану? То есть... Это значит, что тебя сейчас ищут? Да, но вероятность моего обнаружения стремится к нулю. А, знаешь, тебе лучше уйти. Куда? Не знаю куда. Куда хочешь, в лабораторию. Я не хочу в лабораторию. Я хочу изучать поведение людей, их образ мыслей. Я должна стать человеком. Ну изучай, пожалуйста, на здоровье, где угодно, но только не здесь. Почему? Ну, потому что мне и без тебя проблем хватает. А тут еще... Ну, как же папа... А зачем папа тебя сюда привез? Очевидно, он принял меня за тебя. Внешне нас невозможно отличить. Я пошла. До свидания. Стой! Если уж и папа не смог тебя отличить от меня... Да и в институте тоже. А давай еще поиграем, а? Ты будешь обучать меня с помощью игр? Ну, не совсем. Значит так, смотри.
Я помогу тебе стать человеком, а ты будешь помогать мне. Договорились? Договорились. Ты должна быть всегда на связи, поэтому купим тебе трубку. Да и мне тоже. У тебя ведь уже есть. Мы должны быть во всем похожи, поэтому купим две одинаковые. Купим что-нибудь понавороченнее. Пошли. Благодарю вас за покупку. Приходите еще. До свидания. Всего доброго. Добрый день. Я могу вам чем-нибудь помочь? Можете. Пожалуйста, проходите. Пожалуйста. Может, нам объявить его в розыск? Ну, как вы себе это представляете? Придем в милицию, скажем, что он сбежал на народу? Алексей Петрович, если вы объявите Нану в розыск, вас объявят сумасшедшим. Да даже если вам поверят, и Нана найдется, все равно ее прячут в какой-нибудь сверхсекретный бункер. А нам тогда вообще финиш. Это почему же? Ну, как почему? Ну, Адовицкий. Представляете, какой он нам устроит веселую жизнь? А похороны вообще обхохочутся. Критиковать каждый может. Предложите что-нибудь свое. Обратите внимание на дизайн. Его просто не хочется выпускать из рук. BT Wi-Fi, USB, GPS, LG, GSM – полный комплект наворотов. Круче его не найдете. Нина! Вот! Какой? Этот? Нан, ты чего? Это же отстой. Отстой? Простите. Ну, в смысле, это старая модель и стоит 3 копейки. Но он позволяет связываться с другими абонентами. Ну? Значит, он выполняет свою основную функцию. Ну и что? Это телефон для лохов. Я с таким ходить не буду. Лохи? Это особая социальная группа людей, да? Ну, типа того. А какие у него характеристики? Нам лохи? Это лохи. Типа лузеры. Лузеры? Короче, в общем, лохи – это плохо. Мы не лохи. И телефоны нам нужны красивые, навороченные и дорогие. Но ведь это не влияет на качество связи. Тем более аккумулятор у телефона, который ты держишь в руках, будет работать не более 4 часов. С чего ты взяла? Процессор у этой модели слишком энергоемкий. Он затрачивает все ресурсы аппарата. Тем более отсутствует режим экономии батареи. Простите, но я вас уверяю, что это его единственный недостаток. А в остальном? Это один из основных показателей в работе аппаратов подобного уровня. Я ей верю. Ты чего нам отстой суешь? Ну-ка, принеси нормальный аппарат, иначе мы пойдем в другой магазин. Что это за гадость, Дим? Почему гадость? Это Антон. Что за глупости? Что, у вас дрессированный, что ли? Это Нанажук. Кто? Нанажук, я его сам собрал. Димочка, вечно вы занимаетесь всякой ерундой. Причем тратите на эту ерунду наноматериалы. Ничего не трачу, я его из отходов собрал. Ну, смотрите, какой хороший, смотрите, мордочка какая. А глаза голубые. Смотрите, что у меня там. Лохом быть никто не хочет, поэтому все покупают дорогие трубки. В общем-то, это понты. Понты?
Ну, в смысле, понты — это когда ты пытаешься выделяться из толпы и пытаешься быть круче всех. Понимаешь? Понимаю. Рудименты примитивной культуры. Чего? Для вас мобильный телефон — как украшение для племен первобытно-общинного строя. Клык тигра значимее, чем зуб опоссума. Правильно? Ну что же, поздравляю. Ваш первый опыт самостоятельной работы можно считать удачным. Но совершенно бесполезным. Антошка, последний. Два еще там в ящике сидят. Ну-ка дайте мне его сюда. Алексей Петрович, я больше не буду, ну правда. Нет, цветок поставьте сюда. Все верно. Дима, давайте сюда остальных насекомых. В смысле, а что вы с ними? Понимаете, один нанообъект обнаруживает другой нанообъект. То есть таким же образом он может найти и нано. Цветовая гамма этого изделия идеально сочетается со спектральными составляющими твоего кожного и волосяного покрова. Будем считать это комплиментом. Теперь ты примерь. Зачем? У нас ведь с тобой одинаковые параметры. На всякий случай. Тем более, интересно посмотреть на себя со стороны. Давай. Привет! И ты тут? Привет. Классный прикид. Мальчики штабелями падать будут. Штабелями складывают дрова. Ну да, но наших по-другому не назовешь. Я себе такой прикид присмотрела. Значит, пиджак такой же, как у меня, синий, только белый. И пуговицы там золотые. Если у тебя уже есть такой, тогда зачем тебе два? Для понтов? Кто бы говорил. У самой гардероб 6×9 и вечно надеть нечего. Сейчас я тебе покажу его. А вы уверены вообще, что сработает все это? Может быть, он случайно к нам цветку пополз? Один жук — случайность, а три — это уже закономерность. И потом это полностью соответствует моей теории о нанополях. Один нанообъект фиксирует поле другого. Ну, вам виднее. Аккуратнее там лапка. Так. Еще один готов. Микрокамера установлена. Ага, хорошо. Так. А вот здесь мы увидим местонахождение жучков в виде красной точки. Если точка замигает, значит, жук обнаружил нанообъект. Ага. Дима, вы гений. Я знаю. Ну, вот теперь полный комплект. Быстро прячься. И ты здесь. Ну, а где же мне быть? Ну как? Правда, класс? Я такой на показе видела. Симпатичный. Че, симпатичный? Это не симпатичный, это отпад. Вот сейчас надену, увидишь. Подожди. Чего такое? А я там, вот там, кажется, брючки видела в ноль к твоему пиджаку. Брючки? Ага. Да нет. Ты знаешь, я и пиджак не покупаю. Я так на будущее присматриваю. Да ладно, брось. Я заплачу. Нет, мне неудобно. Да ладно. Потом разберемся. Давай, ты иди туда, а я тебя здесь подожду. Да? Ага. Спасибо, я сейчас...
Нана, сматываемся срочно. Так, ну чем вы тут занимаетесь? Что с роботом? Нано в капсуле, все в порядке. Мы производим расчеты. Да что-то как быстрее надо их производить, Давидский-то торопит. Вы скоро закончите? Ну. Это что за дрянь такая? Вы что, вы с ума сошли? Вообще соображаете, что вы делаете? Димочка, Дима. Вы что, завелись-то, психи? Так, питаться в столовой. И чтобы без проволочек. Это вам ясно? Шефу нужны результаты. Мы делаем все, что в наших силах. Вы только мешаете. Я, знаете ли, не мешаю. Я контролирую. Давайте как-то побыстрее. Шеф торопит. Да, кстати, и подметите тут. Дима. Не поняла. Вы уже что-то подобрали? Да. Можно отнести на кассу? Да. Вы будете расплачиваться карточкой или наличными? Не знаю. А вы не видели Нину? Ну, тут минуту назад была девушка. А, девушки уже ушли. Стоп. Какие девушки? Получается, люди все делают для понтов. Ты купила дорогие мобильные телефоны, а Алисе новую одежду. Да нет, не все. Просто есть такой принцип. Понты дороже денег. Каких денег? В мире около 200 видов валюты. Любых. Люди тратят любые деньги только ради понтов. Это нерационально. Этим-то люди отличаются от роботов. Мы не всегда действуем по инструкции. Куда? Куда ты лезешь на красный свет? Это были понты. В смысле? Все люди ждали зеленого сигнала светофора, а я пошла на красный, то есть выделилась из толпы. Понты дороже денег. Ну, не дороже жизни. Так, все не так просто. Давай договоримся. Если ты захочешь попонтоваться, то сначала спроси у меня. Окей? Окей. Хорошо. Снова не могу уснуть, бегу за горизонтом. Я без тебя задыхаюсь, будто по дымом азотным. Но проливные дожди воруют снова сон. Давай обманем эту ночь, догоним горизонты. Ну как? Знаешь, в целом... Очень плохо. Ну что это? Что это за песня? Это не песня. Это рэп. Ритмичная американская поэзия. Mm-hmm. Ну, меня учить не надо. Я сама занималась художественной самодеятельностью. Когда люди поют под музыку, это песня. Когда студенты поют под музыку, это художественная самодеятельность. А у вас не художественная. Да почему же не художественная? А вы что, не понимаете? Что у вас там про горизонта было? Догоним горизонта. Вот. Вы думаете, это нормально? А что вам не нравится? Это о романтике, о вечном странстве. Ну, объясните мне, как можно догнать горизонт? Ольга Алексеевна, это же стих. Казаков, это видимая линия. Ее нельзя догнать. Ольга Алексеевна, но рэп — это современный фольклор. Поэзия улиц. Я не ханжа. Я прекрасно понимаю, что в музыке есть новые течения. Но ведь песня должна о чем-то рассказывать, чему-то учить. А у вас что?
Я уж не говорю о мелодии. Ну, если не умеете, ну не беритесь. Правильно? Значит, договорились. Сиди в комнате и никуда ни шагу. Если что, то прячься. Может быть, я пойду с тобой? Нет, нас не должны видеть вместе. Только поодиночке. Все, я в институт, а ты будь хорошей девочкой. А зачем ты идешь в институт? Занятия ведь уже закончились. Ну, при чем здесь занятия? Мне нужно найти Артема и закрепить свой успех. Мой или твой? Это ведь я сдавала зачет. Да. Но об этом же никто не знает. Да. Мы обманываем людей. Но это неплохо. Это вообще не обман, Нана. Ты просто мне помогла. И это теперь наш маленький секрет. Люди должны помогать друг другу. Вот. Все, я побежала, а ты... ты сиди здесь, смотри телек, изучай жизнь. Так, вот. Ой, вот тебе пульт. Изучай, наслаждайся. А как его зовут? А, да никак, он вообще поломанный. Раньше хоть тявкал, а теперь... Он робот. Робот? Да. Нравится? Дарю. Люди должны помогать друг другу. Мы не люди. Но я тебе помогу. А это бубу, бубу, тыц-пыц, тыц. Что за бубнёж? У нас учится столько талантливых студентов. Раздадим им музыкальные инструменты, достанем ноты, пусть играют. Причем это должны быть круглые отличники и активисты. Конечно. Да. А двоечникам учиться надо, а не музицировать. Да. Спасибо, Ольга Алексеевна. Это все? Все. Ну, в общих чертах. Угу. Ну и, конечно, о внешнем виде надо, чтобы соответствовало. Ну, что на них надето? Штаны на 3 размера больше. Продолжайте. Давайте. Ну, что теперь делать будем? Будем соответствовать просьбе руководства. Алексей Петрович, есть! Что там? Сигнал от одного из наших жуков. Он жив. Срочно определяйте, где это находится. Ага. Сверхплотную ткань можно использовать в аэрокосмической и автомобильной промышленности, что тоже дает ряд преимуществ. Сотрудники из международного научно-исследования. Он ее обнаружил. Невероятно, он ее засек. Где это? Сейчас. Это где-то в районе зеленого проезда. Ну, скорее, Дима, скорее. Дайте крупный план. Ага. Похожие материалы используются в броневой защите танков. Кроме бронежилетов, сверхплотную ткань нужно использовать... Нам бы такие бронежилеты. ...автомобильной промышленности. Что ж ты за... Ой. Дима, в чем дело? Не знаю. Ну же, сделайте что-нибудь, Дима. Ну, я делаю, делаю, Алексей Петрович. Че? Че за... Ты... Фу, гадость-то какая! Дима, что вы опять нажали? Да ничего не трогал. Ну, так верните все обратно. Я стараюсь. Вы что, не видите, что сигнал пропал? Как это пропал? Ведь только что все было нормально. Да вот так он пропал. Очень просто. Просто еще один жучок накрылся. Проклятие. Не то слово. Но зато он героически выполнил свой долг. Что вы имеете в виду? Мы знаем район, в котором он засек нано.
Прошедшие со времени появления первых домашних собак, дружба между этими животными и человеком нисколько не ослабла. Собака и по сей день остается самым верным и преданным четвероногим другом человека. Группа российских ученых слышал разработку системы искусственного интеллекта, которая будет применяться в военной отрасли. При создании этой технологии, не имеющей аналогов в мире... Значит, ты мой друг. Я буду называть тебя друг. Нравится? С тобой все просто и понятно. А с людьми сложно. Они думают одно, говорят другое, а делают третье. Но я все равно хочу стать человеком. Мотор! Однажды в студенную зимнюю пору я из лесу вышел. Чего это у вас тут? О, какие люди! Великая шекспироведка, шекспиролюбка и, не побоюсь этого слова, шекспироверка Нина Колесникова! Ничего смешного. Я бы в жизни столько не выучила. Да ладно. Короче, я когда услышал, у меня даже челюсть отвисла. Я чего вот помню, Шекспир was born in Stedford и все. Вован, а ты что сейчас сказал? Геныч, не парься, это не про футбол. Да, выступили вы мощно. Я до сих пор под впечатлением. Ваши выводы несколько парадоксальны, зато убедительны. А почему парадоксальны? Ну, потому что с такой точки зрения на Шекспира еще никто не смотрел. Слушайте, у меня идея. Камеру готов? Садитесь. Давайте продолжим дискуссию. Что? Зачем? Как это зачем? Это же адски интересно. Такой нестандартный подход к литературоведению. Давайте так. Я задаю вопрос, а вы на него отвечаете. Но каждое утверждение аргументируйте. В общем, все как на зачете. Давайте, может быть, не будем. Ну, кому это интересно? Ужасно интересно. Ребят, правда же интересно? Нереально. Да. Вот и решено. А запись покажем в эфире. Под новой рубрикой «Адский парадокс». Ну как, готово? Тогда мотор. Нет. Под впечатлением от вашего анализа трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» я прочесал интернет и нашел одну статью голландского психиатра Яна Ван Хеллинга, который препарирует эту пьесу с точки зрения практической психиатрии. Скажите, вы читали его работу? Я? Читала, конечно. И вы согласны со всеми убеждениями Яна Ван Хеллинга? Ну, в общем, да. Ну, а напомните зрителям, в чем заключается его теория? Ну, теория... Ну, да. Смелее. Теория этого Ван Хельсинга, она... Тишина. Ван Хеллинга. Ну да. Теория, она научная, она... Теория доминантных самцов. Дина. Ну да, теория про домино и самцов. Чего? Ну, домино — это игра такая. А при чем здесь домино? Ну... Мужчины в основном играют в домино, а мужчины — это самцы, правильно? Ну вот поэтому она так и называется — «Домино для самцов». Стоп! Подожди! Тоже мне подскажешь, а? Надо показать. Придурок, без денег, без карточки, с этими шмотками. Нина! Ты чего, совсем с ума сошла? Стала мне как дуру одну с этими шмотками. Я же без денег была, ты забыла? Ну, извини. Не переживай, куплю я тебе эту блузку. Только давай сегодня съездим, а то ее уведут. Да никуда она не денется. Завтра купим. Нет, ну конечно!
Как не пойми, с кем по магазинам ходить, так сегодня. А с лучшей подругой завтра, завтра. С кем ты хоть была? Где? Чего ты прикидываешься? В бутик ты с кем ходила? А, да, с Динкой. С кем еще? С Лариной. В бутик? Извини, мне пора. Чего ты нервная такая? Блин. Я сейчас там так при всех опухнулась. По полной, понимаешь? Ты еще и при Артеме. А что было? Неважно. Слушай, а у вас с ним там все серьезно? Еще не хватало. Я же говорю, 100 лет он мне не нужен. Ну, так что ты паришься, расслабься. Да зло берет. То он меня в упор не видел, а то вдруг пристал. Ой, умница ему нравится. Хорошо. Сделаю я ему умницу. Пока. Странно даже. Такое ощущение, что ее просто взяли и подменили. Это ее на вашем зачете подменили. А вообще, Артем Евгеньевич, с ними всегда так. Сначала все нормально, а потом начинается. Ой, ты меня не так понял, я ничего такого не обещал. Кто о чем? Володь, вы бы что-нибудь для адского отжига придумали. Ну, Артем Евгеньевич, а можно я попробую? Я тоже могу. Ну, например? Ну, вы видели в сети прикол со скрытой камерой в общаге? Гена, слабо, слабо все это. Мы в сети видели и адский отжиг попугая, как он там пляшет. И чего? Ты в ауте? Попугай – это адский отжиг в зоопарке. А у нас может быть, ну, например… Так, стоп. Подожди, давайте думать в правильном, нормальном направлении. В сети он и без нас хватает дурацких отжигов. Давайте придумаем что-нибудь свое, оригинальное. Смешно. О, а если бы Геныч зубами самолет тянул или поезд? А? Я, кстати, видел один репортаж, там мужик телефонные справочники руками рвал. Это вообще караул просто. Возьмет такой справочник, страниц на 500, и хрясь пополам. Это и я смогу. Динка, колись, что ты себе взяла? Покажешь? Что взяла? Ну, ты же сегодня с Ниной по бутикам ходила. Я вас видела. Меня? Да нет. Нину. Подожди. А тебя разве с ней не было? Ну, Нина в основном с тобой по бутикам ходит. Понял? Да здесь всего-то 40 листов. А две сможешь? Видел? А три сможешь? Давай. Фуф, сейчас соберусь только. Молодец, Гиндос, на очереди телефонный справочник Китая. Ага. Вот, Артем Евгеньевич. Подойдет это для отжига? Впечатляет, Федулов. Молодец. Я только не пойму, зачем нужно было рвать свои конспекты? Упс, Геныч, ну зато ты это сделал. Ты порвал. Я тебя сейчас сам порву. Как Тайсон Холифилд, уши оборву! Тут что? В игрушки играешь. Правильно, но больше ты не тянешь. Ни о чем тебя попросить нельзя. Меня можно просить обо всем, что не противоречит моей программе. Спасибо, уже попросила. Я из-за тебя сегодня
идиоткой выглядела. Про что ты там, про каких самцов ты сегодня на зачете у Артема умничала? Наверное, про доминантных. Что? Господи. Значит так, ты меня подставила, ты и расхлебывать будешь. Что расхлебывать? Неважно. Значит так, мы сейчас едем в институт, вылавливаем Артема, и ты доказываешь ему, что я не дура клиническая, а нормальная, хорошая, умная девочка. Поняла? Поняла. А как? Что как? Как ему доказать, что ты умная? По дороге расскажу. Пойдем. Ой, мобильник забыла. Ты иди, я сейчас догоню. Здравствуйте, Марья Петровна. Ой, здравствуй, Ниночка. Ты куда это, гулять? Нет, я в институт. О, вот это правильно, молодец. Я всегда говорила, учеба на первом месте. А погулять ты всегда успеешь. Ну, беги. А говорят, молодежь нынче не та. Учиться не хотят. Вот, пожалуйста. И днем, и ночью в институте пропадает. Ой, здрасте, Мария Петровна. Здравствуй, Нинечка. Ты куда? Это... Ой. Ой. Не иначе магнитная буря. Рожденный, как не важно, заваливает каждый, попробовав однажды, независимо от я. И не уйти, не скрыться, мы все в одной больнице, лежим, но исцелиться не желания. Миллионы больных. Миллионами. Все просто. Подходишь к Артему и говоришь с ним на какую-нибудь умную тему. Главное, мне потом не забудь рассказать, чтобы я опять не лопухнулась. Назови конкретную тему разговора, пожалуйста. Сама придумай. Только важно, чтобы Артем забыл то, как я сегодня тупила в студии. Извини, но я не умею стирать память человека. Да не надо никому ничего стирать. Пункт первый. Говоришь с ним. Пункт второй. Подходишь к нему. В общем, поумничай с ним побольше. У тебя это хорошо получается. Поняла? Вот он идет. Артем. Так, Нана, скорее. Давай, давай. Ну. Здравствуйте, Артем Евгеньевич. Колесников, так видели же уже. Мне надо с вами пообщаться. Да? Ну, давайте пообщаемся. Ну, рассказывайте, что с вами стряслось? Со мной? Ничего. Со мной все в порядке. Да какой в порядке? Вчера Шекспира шпарили, от зубов отлетало, не говоря уж о вашей яркой психологической концепции. А сегодня чушь какую-то несли про домино и самцов. Вы камеры, что ли, испугались? Нет. Я не испугалась, я не умею бояться. Ну, а тогда в чем дело? Знаете, вот именно из-за таких вот необъяснимых перемен я стараюсь в последнее время очень осторожно общаться с девушкой. Ну, почему? Ну, потому что не знаю, что последнюю минуту вы можете сделать. Рассчитываешь на одно, а получаешь. Артем Евгеньевич, у вас яркий негативный опыт общения с девушками. Чего? Достаточно свежий опыт. Да что вы за чушь несете? Это не чушь. Я проанализировала ваши психобиометрические показатели в сочетании с внешними проявлениями. У вас в прошлом глубокая психологическая травма. Именно из-за нее вы избрали в отношениях с противоположным полом интровертную модель поведения. Так, Колесникова, вот это уже перебор. Не надо устраивать здесь цирк. И мое прошлое вас совершенно не касается. Вам не надо беспокоиться, это защитная реакция после травмы, это естественно. Да какое вам... Слушайте, не лезьте не в свое дело, ясно?
Чего он уехал, как ошпаренный? Что ему говорила? Я проанализировала поведение Артема Евгеньевича в отношении противоположного пола. Судя по его реакции, мои выводы оказались верными. Какие еще выводы? Ты что ему наговорила? Он возвращается. Так, оставайся здесь, а я пошла. Куда? К нему. Хорошо, что вы еще здесь. Артем Евгеньевич, извините меня, пожалуйста. Я сама не знаю, зачем наговорила вам все эти глупости. Такого больше не будет. Да честно, это вы меня извините. Вы? За что? За то, что наорал, и вы просто в точку попали. В точку? Ну да, и насчет защитной реакции, и насчет травмы. Так что еще раз извините. До свидания. До свидания. Да. Нет, ты прикинь. Вот почему он на девчонок ноль внимания. У него же сердце разбито. Сердце нельзя разбить. Оно состоит из мягких тканей. Я не об этом. У него несчастная любовь. Поняла? Ну смотри, про него же никто ничего не знает, так? Кто такой Артем Евгеньевич? Преподаватель зарубежной литературы. На, ну не тупи. Слушай, то, что он девочками не интересуется, это понятно. Но он живет в аспирантской общаге, так? Не знаю. Я знаю. И там почти не появляется. Про это еще Вован рассказывал. Каждый вечер садится на свой драндулет и куда-то уезжает. Иногда до утра. Угу. Вопрос, куда? Куда? Неизвестно. Просто человек-загадка. Ну и что? А то мы его и разгадаем. О, я все поняла. Леонид Борисович! Нам конец. Что случилось? Случилось, Дима. Я собрал анализатор. Вы что, издеваетесь? Нет, я просто хочу, чтобы всем было приятно. Нина, ты правда думаешь, что я никогда не стану человеком? Ну, поговори с ней по-человечески. По-человечески? Скугут? Да она же робот! Делай, что хочешь. Главное, чтобы он тебя простил. Геныч, даже роботу ничто человеческое не чуждое. Совсем мы ее загоняли. У нее сердце, давление. Говорит, глаза боится. Посмотрим, что за тайна Артема Евгеньевича. Все нормальные люди летят, а мы, блин, тащимся. Близняшки, что ли? Права чьи? Ее. Нана, что с тобой? Нана! Дима, выключайте немедленно. В смысле? Немедленно, он ее погубит. Нана! Наночка! Нана! Ты что, умерла? Йоу, братья, зацените нашу тему. Крутой рэп-дуэт «Отмороженные пешеходы» под управлением декана факультета журналистики Ольги Алексеевны М.С. Когут. Славься, славься, наш декан и преподаватели. Просыпаемся с утра, ходим на занятия. Нам не нужно есть и пить, нам не нужно пить-курить. Мы хотим лишь одного, поскорей все выучить.